История о женитьбе еврейского юноши в исполнении молодежного театра СВ-шоу Барановичского отделения Белорусской железной дороги с первых минут нашла своего зрителя. Молодой коллектив на фестивале «Театральная осень» своего рода дебютант. Однако интересные формы воплощения, незамысловатый сюжет и тонкий юмор был воспринят зрителями на ура. Вообще-то не нравится на этой шикарной витрине. Банда Лейла! Стойте, Миленька! Женечка, если ты не женишься на этой девочке, ты будешь полным идиотом. Вика, Вика, что ж вы раньше не вскрылись? Потому что у меня тоже есть мама, и она меня кое-чему обещает. Глядя на сцену, сложно представить, что за масками актеров скрываются обычные сотрудники железной дороги, проводники, машинисты, обслуживающий персонал депо и вокзалов. Настолько органично каждый из них влился в свою роль, что зритель поверил, что перед ним не наигранное действо, а живая история, где есть победители и проигравшие, где юмор соседствует с глубокой трагедией и как порой многогранно это простое словосочетание – человеческая жизнь. Говорите, не томите, нравлюсь я вам или нет. Мне 18 лет. Принца я. Да, что? Вот что, сударь, вам скажу. Вы, мужчина, скажем, видно. И жених не дает, завидно. Тут погрею. Тут покрашу. Посмотреть хочу. Летопись фестиваля «Театральная осень» большая и красочная. Сколько спектаклей увидел зритель, сколько новых образов открыл для себя. В областном центре традиционными участниками и организаторами являются представители Брестского отделения Белорусской железной дороги. 2017 год для этих артистов, как для участников, ознаменовался работой над такими постановками, как «Теща на прокат» и «У каждого своя звезда». За 8 месяцев мы поставили 2 многоактных спектакля. На мой взгляд, это очень много. И для меня, как человека, который это делал, ставил, я получил огромное творческое удовлетворение от того, что получилось. И работа эта не прошла даром. По итогам фестиваля Владимир Сусько стал обладателем номинации за оригинальность режиссуры. Что касается Барановичского театра СВ-шоу, то их спектакль был отмечен наградой «Успешный дебют». Фестиваль прошел. Он в очередной раз сплотил всех тех, кто кроме своей непростой ежедневной работы на железной дороге стремится постигать творческие профессии, открывать в себе новые возможности и таланты. А это действительно дорогого стоит. Как было приятно наблюдать и видеть и старых артистов, и дебюты у нас сегодня есть, и оригинальные постановки, оригинальная режиссура, оригинальная сценография. Столько можно новых находок найти, увидеть. Поэтому фестивалю быть, он будет здесь жить. И очень хорошо, что поддерживает вот такие мероприятия руководство дороги. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».